Жители города 65 и 40 лет задержаны по подозрению в хранении и распространении наркотиков. Во время проверки по месту жительства сотрудниками управления по противодействию наркопреступности обнаружено свыше 9 килограмм гашиша и марихуаны. Кроме того, в качестве вещественных доказательств изъяты электронные весы для взвешивания наркотиков и денежные средства. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование.